столице, а также в соседних регионах России и Украины проходит репетиция зимы. Снегопад и гололед стали неожиданностью для всех. Какой прогноз дают синоптики курянам, выяснила наша съемочная группа. Октябрь в нашей области выдался теплым и даже побил почти столетний температурный рекорд. В этом месяце было теплее в среднем на 3 градуса. Осадков выпало 1,5 месячные нормы в Курске и 2 в северных районах области. А вот соседи уже дождались первого снега. По счастливому стечению обстоятельств зима до курян еще не добралась. Мы оказываемся в южных частях циклонов. Или того, который проходил по северу европейской территории России, с которым были связаны снегопады в Московской области, или в теплый сектор циклона, который проходил по западу территории, вот у нас на Украине, в Сумской области. Но долго оставаться в стороне не получится. 30 октября спасатели объявили в Курске штормовое предупреждение. Ожидаются мокрый снег, туман и порывы ветра до 20 метров в секунду. Возможно ухудшение видимости и гололед на дорогах. Спасатели просят пешеходов и водителей быть внимательными. Владельцам авто рекомендуют перейти на зимнюю резину. Татьяна Симоненкова, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».